Военная элита, универсальные солдаты. Сегодня голубые береты по всей стране празднуют свой день. В Приморье праздник отметили нетипично. Уссурийские десантники принимали гостей, облачились в полосатые наряды и показали все, что умеют. Подробнее в сюжете. День ВДВ – праздник, который знают даже те, кто очень далек от армии. Не каждый род войск может похвастаться настолько широкими народными гуляниями. В этом году уссурийцы и гости из других уголков края собрались в районе гарнизона Барановского и не забыли облачиться в полосатые наряды. Дети знают, где папа служит и как папа служит. И на вертолеты, и на самолеты реагируем, что у нас там папа. Как бы, ну и в поддержку папы мы решили одеться так же все вместе. Мы тыл дома, который ждет его и любит. В этом году воздушно-десантным войскам России исполнилось 88 лет. За это время голубые береты закрепили за собой звание лучших. Недаром десантников считают универсальными солдатами, которые могут выполнить любой приказ. Это праздник сильных, мужественных людей, которым по праву гордится Россия. Воздушно-десантные войска – элита вооруженных сил России. Гордость, слава и надежный щит нашего Отечества. Особые слова благодарности Андрей Тарасенко выразил ветеранам ВДВ и пожелал десантникам и их семьям счастья, здоровья и благополучия за безупречную службу, образцовое выполнение воинского долга, вклад в обеспечение обороноспособности государства. Благодарность губернатора Приморского края объявили военнослужащим войсковой части. Закончился праздник показом военных расчетов в действии и демонстрацией спецтехники. За пределами площадки работала выставка вооружения, а повара полевой кухни кормили гостей настоящей армейской кашей. Екатерина Чернакова, Анна Клыга, Татьяна Меньшикова. Панорама.